Так, ну что, мои любимые, я полетела отдыхать. Смотрите, в каком красивом самолетике я сижу. Аэрофлот – шикарная компания, вам хочу сказать. Вот тут у меня такой личный кабинет, как маленькое купе. Но лететь мне, дорогие мои, 13 часов. 13. Отгадайте, куда я лечу. Я прилечу и вам все покажу, но пока гадайте. Мои дорогие, я добралась до места мечты просто. 13 часов в полете, и я на Бали с шикарным видом. Усталая, но очень счастливая, потому что я так мечтала давно побывать здесь. На самом деле, я здесь много раз была, но меня здесь не было лет 8. Последний раз я была на Бали в 15 году. Какой 8? Почти 10. Я вам хочу потом рассказать историю о том, как сбываются мечты. Вот я верю в то, что мечты сбываются всем сердцем. И они правда сбываются. И чудеса происходят с теми, кто в них верит. Хотите узнать историю? Пишите «да», «нет». У нас тут номер с джакузи. С собственным бассейном. Входом в общий бассейн. И шикарным видом на океан. Песчаный пляж. Боже. Дорогусечки мои, в общем, здесь время 23:20, в Москве, соответственно, минус 5, соответственно, 5:20, 17:20, вот, или нет, что-то, короче, я не умею считать, посчитайте за меня, короче, меня рубило дико спать днем, я перетерпела, потому что хочу немножко подстроиться под это время. Надо как-то сейчас в час хотя бы по-местному залечь. По Москве это будет 8 вечера, я не представляю, как это сделать, конечно, в час залечь. Но как надо стараться, потому что иначе я буду спать здесь до обеда и выходить уже, когда темно. Здесь темнеет очень рано, темнеет в 6 часов уже сансеты, и хочется как-то световой день заставать. Ну, в общем, буду пытаться засыпать, вам буду все показывать. Здесь много будет классных поездок, интересных мест. Оставлю вам следующие истории с окошечка для вопросов. Мы давно не болтали, у меня будет завтра время вам поотвечать на вопрос. Мои дорогие, каждый второй вопрос, с кем я отдыхаю на Бали, где мой любимый. Я вам скажу, что мой любимый ко мне летит. У него просто было несколько важных встреч. Я полетела раньше, он меня догоняет и уже летит в самолете. Так что завтра буду встречать любимого. А сейчас пришла на ужин. Очень хочу супа. Сейчас буду искать суп. И ждать любимого. Завтра вам его покажу. А я сегодня пришла в шведский стол поужинать. Здесь очень вкусно. Много зон. Вот это вот такая азиатская еда, зона. Там рыба, а здесь тоже вот что-то еще готовят. Картофель, овощи. И сейчас я хочу взять себе краба. Посмотрите, как здесь красиво подают краба на льду, просто вареный крабик, вот креветочки, мидии, гребешки, и тут еще очень много еды, разной на любой вкус. Ой, я хочу вот этот нудл, сейчас буду.